Более сотни животных, авторская музыка и костюмы, сногсшибательное световое оформление и сложнейшие номера. Все это и многое другое в шоу Гии Эрадзе «Баронеты». Артисты, в том числе пернатые и четвероногие, только прибыли в наш город, активно обживают ярославское цирковое пространство, но успели познакомиться с журналистами. Наталья и Андрей Широкаловы – это жемчужины не только шоу «Баронеты», но и всего российского цирка. Их называют рекордсменами по количеству самых разных цирковых наград. Шоу «Баронеты» – это самая удачная в формате циркового шоу постановка. Зритель увидит и зимнюю сказку с оленями, удивительными белыми лисицами, борзыми собаками, волками. Косолапые артисты Алексея и Екатерины Плотниковых на зиму спать не ложатся и уже ждут не дождутся, когда их снова позовут на манеж. Цирк не часто радует зрителя такими программами, глобальными, насыщенными и сделаны по современным постановкам с участием тех звезд цирка, которые были собраны вот по крупицам. Вся программа – это единое, яркое и очень зрелищное шоу. Здесь нет ничего случайного, все вписано в общую сценическую канву. Три представителя, включая режиссера-постановщика, удостоены гран-при недавнего итальянского циркового фестиваля. Среди лауреатов и аттракцион джигиты «Апачи». У нас девочки джигиты на лошадях исполняют мужские трюки. И все же именно черные пантеры, леопарды и тигры Натальи и Андрея Широкаловых – кульминация большого циркового шоу «Баронеты». А еще именно Ярославль станет первым городом, в котором к этому шоу присоединится оригинальный птичий аттракцион, который сами артисты именуют не иначе, как райский сад. Огромные попугаи Ара, яркие, кокетливые – такие любопытные пеликаны выйдут на арену в сказочном и ярком шоу «Баронеты».